День ангела отметил викарий Восточноамериканской епархии епископ Манхэттенский Иероним. На торжествах в Знаменском синодальном соборе Русской зарубежной церкви в Нью-Йорке побывали наши американские коллеги. Петр Лукьянов с подробностями. В день памяти святителя Иона, митрополита Московского, и блаженного Иеронима Стридонского в Знаменском синодальном соборе Русской зарубежной церкви в Нью-Йорке отметили те заименитства викария Восточноамериканской епархии, преосвященнейшего епископа Манхэттенского Иеронима. Божественную литургию возглавил епископ Иероним в сослужении епархиального духовенства и гостей в священном сане. По окончании литургии от имени первого иерарха Русской зарубежной церкви митрополита Илариона и всех верных чад Восточноамериканской епархии епископа Иеронима поздравил секретарь епархии протоиерей Сергий Лукьянов. Затем владыки преподнесли рукописный образ Пресвятой Богородицы с памятной надписью. На молитвенную память в день ангела мы celebrate. Мы собрались для того, чтобы праздновать День Ангела Владыки и поблагодарить его за понесенные архипастырские труды. Владыка окормляет приходы, особенно те самые приходы ближние, к синоду, всегда старается приезжать и служить, звонит, спрашивает, как батюшки живут. И мы очень рады в этот день приехать и разделить с ним. Это в первую очередь богослужение, разделить его праздник. Владыка Иероним – это искренний и верный служитель Святой Церкви. И для меня является великой честью служить под его амофором. Желаем ему счастья, здоровья, благополучия в жизни, всех тех радостей земных, которые сопутствуют монашеской жизни в соединении с такой должностью, с такими сложными обязанностями должностными. И здоровья ему, и чтобы он всегда нам помогал, выручал нас в те моменты, когда нету с нами рядышком правящего нашего архиерея. С Днем Ангела, Владыка! Петр Лукьянов, пресс-служба Восточноамериканской епархии, специально для телеканала «Союз».